Президент США Джо Байден посетил во вторник штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, по которым пришелся основной удар урагана Ида. Осмотрев разрушения, Байден заявил, что речь идет о последствиях глобальных климатических изменений, которые угрожают населению всей планеты. «Наша страна и весь мир в опасности, без преувеличений. Это факт. Нас предупреждали, что через 10 лет экстремальные погодные условия станут еще более экстремальными. И теперь это время наступило. Глядя на имеющиеся данные, на разрушение и горе, которое обрушилось на столько людей, можно это почувствовать. Не понять, а именно почувствовать, попробовать на вкус, ощутить». Белый дом попросит Конгресс выделить более 8 миллиардов долларов на восстановительные работы. Президент отметил, что при сооружении новых объектов инфраструктуры следует учитывать изменившиеся климатические условия.